Химках начался ремонт городских дорог и магистралей. Где-то дорожное полотно поменяют полностью, а на каких-то улицах проведут ямочный ремонт. Сегодня ведется активная работа по ямочному ремонту, так как сезон требует проведения данных работ. Учитывая, что мы только недавно с зимы перешли в весенне-летний период, то после перепада температуры на дорогах появляется большое количество ям. Объем работы у дорожников довольно большой. По плану они должны отремонтировать не менее 300 ям в день. Жители Химок принимали активное участие в составлении перечня улиц, на которых требуется ремонт дорожного полотна. Путем голосования выбирались точки, где необходимо провести работы. Члены движения общественной поддержки собирают эти инициативы, помогают воплотить их в жизнь. Голосование проходит на сайте hij.online. Мы вышли с этим же сообщением, предложением управления ЖКХ. Они приняли это сообщение и начали поэтапно ремонтировать в городе, залатывать дыры, ямы, латать покрытие, ну и отвечать на просьбы и пожелания наших граждан. Всего в городском округе поменяют дорожное полотно на 11 улицах, а это почти 10 тысяч квадратных метров нового асфальта. Реконструкцию дорожных покрытий города должны завершить к 1 августа. Александр Гузаев, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.